Такого изобилия редких растений, как в дендропарке Фальковического опытно-производственного лесничества, не увидишь ни в одном городском парке и ни на одном приусадебном участке. На 30 сотках 364 растения 62 видов. Есть представители древесных и кустарниковых пород, хвойных и лиственных. Этот мини-дендропарк был заложен в 2017 году. Сразу же он стал пополняться растениями. При реконструкции лесничества Фальковского опытно-производственного мы решили еще и облагородить прилегающую территорию. Здесь у нас находится пожарно-наблюдательная вышка, и на площади 0,3 гектара мы именно решили создать мини-дендропарк. Нам в этом помогли именно преподаватели Белорусского государственного технического университета, кафедры ландшафтного проектирования и садово-паркового строительства. Мы с ними заключили договор, и в рамках выполнения вот этих договорных обязательств они нас проектировали такой красивый мини-дендропарк. И потом уже в течение 2017 года мы закупили необходимые растения. Основная масса была закуплена в Центральном ботаническом саде Национальной академии наук. Недостающие мы закупили у наших коллег со Сморгонского опытного лесхоза. Был разбивочный чертеж, и мы заключили договор, и наша Лидская ЖКХ, вот именно мастера зеленого строительства, добросовестно перенесли в натуру задумки наших проектировщиков. В мини-дендропарке Фальковического опытно-производственного лесничества есть немало редких растений. Среди таких хвойных – лжесуга мензиса. Среди лиственных – сумах уксусный и скумпия кожевенная. Последнее представляет собой красивое дерево с шариками. В единичных экземплярах представлены береза повислая, ель канадская и белая пихта. Также в мини-дендропарке множество видов можжевельников, спирей и туй. Прогуляться по нему и увидеть красоту стоит и детям, и взрослым. Впрочем, отмечают в Лидском лесхозе, все его мини-дендропарки заслуживают внимания. Посетив их, уж точно нельзя остаться равнодушным к природе. Наши абсолютно все мини-дендропарки созданы с целью популяризации именно лесного хозяйства и привитию, скажем так, любви до природы нашим школьникам в основном. Это основная наша задача, и, конечно, остальному населению. Поэтому посещение дендропарка в любые дни недели совершенно свободное. И этим пользуются как жители окрестных деревень, так и школьники. Поэтому мы с удовольствием приглашаем лидчан и всех других желающих посетить наше место дендропарк Фальковского опытно-производственного лесничества. Мини-дендропарки Лидского лесхоза можно увидеть в любое время. Они открыты для посетителей всегда. Правда, если кто-то хочет получить информацию о его растениях, нужен экскурсовод. В Фальковическом опытно-производственном лесничестве лесники с удовольствием расскажут о всех растениях и их особенностях выращивания и ухода.